Всем привет, ребят, меня зовут Тим, мы находимся в Бисфарм симуляторе, либо в симуляторе пчеловода. И как, ребята, немногие, конечно, знают, то, что у меня есть, ребята, основной аккаунт, и я с него зашел. Напиши в комментариях, как ты думаешь, сколько у меня здесь пчел. Да, ребят, как вы видите, я не прокачан. На самом деле, реально, я тут не прокачан. Я захожу, на самом деле, в него где-то примерно, ну, раз в полгода. А так чекаю, смотрю, что, как, зачем и почему. Бывает, коды здесь ввожу просто чисто, чтобы проверить. И на другом аккаунте, который у меня прокачан, уже нормально пофармится. Но мы меняем немножко суть. И теперь, ребят, я буду прокачивать этот пока что аккаунт. Тот аккаунт у меня более-менее прокачан. Там мне нужно будет просто заходить убивать мобов, также делать обзорчики, получается, про какие-то новиночки и давать вам инфу. А этот аккаунт буду качать и показывать вам, в принципе, как я, ребят, прокачался. Окей, что мы делаем? Мы бежим с тобой вот сюда и нажимаем. Реально напиши, сколько ты думаешь у меня пчел. Ба-бам. Так, окей, смотри, от Анета у нас здесь сразу же, как мы к Улю подошли, круто. Смотри, ребят, я не помню, я даже, наверное, квесты, возможно, не брал. Давай вообще, в принципе, посмотрим. 10 муравьев. Что за задание? Прикиньте, всего здесь у вас обнаружено 24 типа и 26 пчел. Но это крейзи. Кстати, есть распылители и есть футлярчик. Это, кстати, хорошо. Значит, мы футляр. Я только сейчас узнал, что футляр называется. Нужно будет перевести на английский язык. Нужно будет, значит, что-то как так. Вот, что-то одеть. О, смотрите, я даже правильно одел, ничего себе. 83 билета, гандропа есть, жало, ребят, ничего вообще тратить не буду, только микроконвекторы. И то до 10, наверное, потрачу, а дальше просто буду набивать. Хани стиклы пока выключены, как возьму квест, обязательно включу. А, желе бобы тоже, ребят, все буду вообще по возможности минимум тратить. Зефирки, кстати, есть, тоже их тратить пока что не буду, смотрите, что дают. А хотя, возможно, можно, в принципе, не переводить, наверное, на английский. И смотрите, кто с переводом на русском, либо на английском. Смотрите, переводите. Есть один подарок, я сейчас его дам, конечно же. Семена, клубника, это все понятно. Так, базовое яйцо, это обычно золотое яйцо. Не буду, наверное, тратить. Наверное, ставлю на маску. Хотя, в принципе, кстати, смотрите, старжилька есть у меня. Давайте кинем. А куда мы кинем? Потому что их, в принципе, две не нужно. Это 100%. И, ну, камон, ну что за приколы вообще? Мификов тоже нет, как вы понимаете. Сейчас пробежимся, возьмем квесты, где я не взял. Я не знаю даже, кстати, где я взял или нет. Потому что квесты... Ой, подарок я ему дал, походу. Случайно, кстати. Я бы, наверное, другому кому-то бы дал. Так, маточное молоко он дал мне. Хани органик. Ну, понятно, игрушку мне дал. И... Да. Окей, надо было камин, наверное, все-таки. А хотя мы сейчас камин, в принципе, и так возьмем. Выполняя, ребят, квестики, вы, в принципе, посмотрите. Видите, как быстро выполняются. А, буду как-то прямо бустить или нет? Возможно, мифик штормами, только если... Коля Садуванчиков. Блин, прикольно в чем-то в русском. Было бы хорошее, конечно, именно, как его сказать, на перевод, то было бы хорошо. Так, у нас Монда заспамнилась, но из-за того, что... Ого, какой он долгий. Смотрите просто. На чили, на расслабоне. Ты на чем? Я на чили, на расслабоне. Такой. Так, фридайс, микроконвектор, как раз. Видите, мне улететь нельзя. Ну, ребята по-любому не убьют. Это я за минуту где-то убиваю, ребята подольше будут убивать, так что можно приближаться, еще квесты, в принципе, взять, я думаю, точно. Так, давай. Также, ребят, может быть, кстати, запущу, наверное, стрим, и мы походим, я поиграю с этого аккаунта. Так, поле одуванчиков, мне не пробегать, кстати, ничего, надо пофармить, ну ладно. Вон пчелки сами копают, чуть-чуть, ну давайте, ну докопайте, ну пожалуйста. Не докопали. Так, грибное поле 500. Круто, блин. Такое ознакомительное, ребят, бот, в курс дела вас ввожу. О, я могу сюда запрыгнуть, у меня боты что ли нормально? Не понимаю, нет, вроде с первого магазина. Я просто заходил с другого еще аккаунта, там вообще еще была жесть. Ну все, в принципе, он мне сказал, говорит. Как долго, реально очень долго. Так, а до панды надо было, хотя может допрыгну. Нет, я не допрыгну. Так, первого, ребят, подарка нет. Самый первый подарок, это третий подарок. Мало ли вы не знали. Я вообще не знаю, зачем он это делает. Готов к черному медведю. Так, кстати, что-то выполнилось, что ли? Забираем, конечно же, обязательно лут, ребят. Потому что лут может быть разный, вкусный. Как забьюсь, ребят, сразу же микроконвектор юзну. Так, окей, распылитель у меня на двушку стоит. Как мне удобно. Так, идем сюда. Потом мы сейчас пойдем к ученому, да, он нам даст, получается,
светлячков от этих, которые падают. Так, игра на память не прокачана, надо запомнить, что мне не стоит сильно разыгрываться. Окей, да, мог бы забрать ананасики, но ладно. Медведя по-любому, ребят, я туннельного убить не могу. Там у меня магазин закрыт. Напиши в комментариях, как попасть в тот магазин. Мне будет очень интересно. Клей забираем. Улитка, понятно, меня не убита. Улитку, кстати, свою, если мало ли кому-то интересно, кто-то спрашивал, ребят, убиваю около 2 часов, если что, мало ли кому-то интересно. То есть нужно 2 часа где-то мне, около 2 часов, там 1:50 где-то. Но опять же, в зависимости, там урон можно наносить вот 200, у меня бывает К наносится, а бывает наносится 400. Могу тоже снять, а рассказать, как быстрее убивать. Так, пушка и летим. Пушка-калатушка. Ну, интересно, конечно, переводится. Смотрите, что-то на английском, что-то на русском. А буду все-таки переводить, наверное, на английский. Потому что я, в принципе, знаю, что как, зачем и почему. Они вообще его не сносят. Почему вы никто не убиваете? Вот, я всегда его убиваю со своей основы. Убиваю, ребята, где-то за минуту, за полторы. Но бывает в худшем случае за две. И как бы собираю лут. А вы обычно прыгаете, когда только лут собирать. Есть, ребята, более-менее прокачанные. Нет, но я не знаю, снесу я или нет. Но у меня там может быть просто монда. Но от меня толку нету здесь одного пока что. Но окей, ладно, значит, пропустим этот момент. 30 пчел у меня нету, канету я, к сожалению, не могу пока сходить. Чтобы в мемори матче, ребят, попасть, нужно выполнить у мамы Мишки квест. То есть, что мне сейчас, в принципе, пока что недоступно. Иди мне к медовой. А, запрыгнул, я думал, не запрыгну. Но она со мной сейчас не будет, да, говорить, да. Да, не говорит со мной. Ну, поговори со мной. Здесь я все забрал, здесь меня недоступно, потому что бейджи не прокачаны. Пока x2 полин, пока x-конверсия x2, то, ребят, нужно будет все выполнять, качать в любом случае, это 100%. Смотрите, если у меня на красный более-менее лучше, давай посадим сюда мы тикетный. Ой-ой-ой, только не убейте по-братски. Я ведь такой еще нубяра. Так, ладно, найти бы надо Вицуса. Мне нужен будет Вицус, чтобы его потом купить. Только главное, чтобы не на перце был. Вот был бы где-нибудь на клевере, было бы вообще бы круто. Я бы его бы вынес. Раз на раз просто бы мы бы с ним встретились. Ой, можно на топ пойти. Если на топе, то вообще пушка. Я Вицуса не убью, но Вицус убьет Монда. Ну, я, может быть, и убью его, но это очень будет долго, на самом деле, очень прямо долго. О, да, есть, отлично, я, ребят, монду зафармлю на их, на хоть на, да, на x2, наверное, во. Ну, да, 25 тысяч, блин, долго. Ну, слушай, блин, да вот я лох, а. Сорян, ребят. Так, я этого квест выполнил. Коды, ребят, я, скорее всего, водил, а может быть, надеюсь, не водил. Если не водил отсюда коды, то есть на дуанчики, на все вот это, и X-бусты, то это будет круто. Кстати, венок уже выполнился, если что, чтобы вы понимали. То есть я могу мед сдавать. Да, мне нужно накопить, подойти и сдать мед. Блин, давай попробуем... Нет, мне надо наверх бежать, сейчас там убьют монда ведь. Рейд пчела закончилась, энергия. Блин, светлячки нужны. Я завис. Да я и тут, что ли, зависаю? Вы что, прикалываетесь, что ли? Нет, я подожду, ребят, я пойду наверх. Серьезно, я пойду наверх. Монда, потому что чуть-чуть оставалось. Мне по-любому X должен был упасть. А, он собирает, бегает, бегун. Смотрите, как что сразу Вицус, так бегут. А как монду убивать, так давайте до свидания. Ну, что вы, камон, а? Что вы тут? Ну-ка рассказывайте. Почему вы так делаете, а? 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 Смотри на меня. На меня смотри, я знаю, что ты меня не видишь. Я привидение. Пойдем займем. Да, мне монда упала, x2, хорошо. Буры, соло, готов к сдаче, хорошо, соло, так соло. Сколько, кстати, блин, так неудобно, мне надо еще один вид по-любому вырылить. Нишки, хорошо, сейчас пойдем. 6, давай попробуем, я не знаю, давай в красную покидаем, вон сюда. Хоть она и бусты дает, точно нет, локер нет. Ну нет. Нет, нет. Ну окей, ладно, что, вы уговорили. Смотрите. Видите? Просто, это просто. Когда, короче, ребят, качаюсь я на своем, я могу как-то вам включить на видео и показать. Там миллионы только при фарме. В основном это идут К, прямо и пишется К. Что столько-то К, столько-то К. Вот зелененькие вот такие трясутся, либо вылезают. Это ребята, крит вообще, в принципе. То есть от фокус токенов, от этого всего. Супер крит, он такой фиолетового темного цвета. Тоже, если что, могу показать. Могу вообще, в принципе, доубивать улитку, рассказать, как я ее убиваю сейчас на данный момент. Если вам интересно, напишите в комментариях, если интересно. И покажу вам, ребят, как я ускоряю, если мне нужно ускорить. Именно вот прямо убийство, то есть убить, допустим, не там не за 1:50, да, там, а за полтора, либо за дальше еще меньше. Смотрите, x1.5 поля, x2 поля, круто, да? А еще если и бейбик будет, то вообще будет круто. У меня здесь бейбика даже нету, кстати.
Че, у меня есть два Карпентера, но нет Бэйбика? Серьезно? Музыка, кстати, еще есть даже. Камон, ну че это вообще такое, ну происходит-то? Че за бред? Кстати, у ученого у меня, ребят, 11, я надеюсь, микро... Где у меня вообще мой разговорник? Кому-то я ему отдавал или нет? Я только сейчас просто обратил внимание. 70, кстати, до... Мне не хватает, получается, немножко до амулета. А, у меня уже есть один амулет. Смотрите, один раз я ролил 25 capacity. 250 это максималка capacity будет. Так, а переводчик, ребят, я кому-то, видно, уже отдал. Блин, а кому я отдал? Ну-ка, давай попробуем поговорить. Ставить. Я понял. Ну, кстати, подарок ей дать можно. Это, получается, первый, наверное, квест. Да, вот он тикеты нам дал. Один и тот же тикет. Ой, тикет, да. Плантеры, ребят, посадить нельзя. Так, 100 гум. Во-во-во, грибы, 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 ребят. Все, я этот режим берсерка, короче, включаю и погнал. Я лечу. Чуваки, опустите меня. Да блин, да блин, да блин. Так, мне нужно первым делом бот, ребят, мне нужно 15 миллионов. Это не дела, меня игнорят. Пустите нубаса. О, я запрыгнул. Еще и рарочка тут, отлично, клубничка. О, рарочку взорвали, есть что вкусное? Да почему мне фигня одна падает? Понимаю, что я нуп еще тот вообще. Да нет, ну давай хоть этот, может быть, зафармим. Я сейчас зафармлю его в одиночку всяки. Не, кстати, мог бы его в одиночку зафармить. Завтра. Два у меня всего. Опа. Все, выполнили. Изи, изи. Чик-чирик. Опа, опа. Так, отлично, нарядили. Это хорошо. Так, берем новый квест, еще один. Так, но это... Нет, ой, микроконвектор. У меня и таких избытки, если что. Это, если что, кстати, обычный квест. Ну, пойдем, да, сдадим. Так, сдаем. 25 лушар. Кстати, 5 шармов там не хватает, по-моему. Ну, лун. Отлично. Так, о, энзимы. Энзимы, это хорошо. Ребят, старайтесь не бегать друг перед другом. Нет, с редбустами, кстати, неплохо у меня. Посмотрите-ка. Десятку набил. Фокус токены десятку у меня. Да у меня не все так плачевно. Зачем я тут ковыряю, не знаете, если мне нужно кактуса. Первым делом, ребят, буду, конечно, фотонку покупать, потому что он лучи дает. И также мне будет легко, во-первых, если токеном от фотонки будет легко, короче, фармить вообще, в принципе, даже росточки. О, вот такое я люблю. Халявные росточки. Я тоже ребятам, кстати, кидаю, бывает достаточно много и кидаю, но сейчас пока что не кидаю их, в принципе, особо-то и нет. Ну, это уж в крайнем случае. Вот, под облаками, если ребят будете бегать, то поле будет 25%, если будет винди, то будет 50% у вас и поле. Окей, давайте я даже фридайс, ребят, не буду юзать. И если вам заходит, сколько, 2 дня, да, здесь дают, сдано 2 дня. Если все good, то я могу, в принципе, завтра, получается, так, а где, подожди, у меня же вроде было у кого-то медведя выполнено. Вот, если, ребят, вам заходит, то давайте я тогда заведу стрим и буду здесь качаться уже на стриме до выполнять задания, либо еще что-то. Вот, Витсуса я не доубью, в принципе, сейчас ребята придут, доубьют. Всем пока, ребят, с вами был Тима, оставайтесь всеми счастливыми и до новых встреч.